10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Второй финал, второй заезд для Баги 10 Модифит. Лидирует Монахов, Чум, Литвиненко борются за вторую позицию. С ними Приходько. Так, Монахов, Чум, Костенко. После первых задоров был Федоренко. Скорее, скорее. Петя, беги! После первого круга Литвиненко предпоследний, предыдущем заезде он пришел второй. Отвоевывает позицию за позицией. Чуб хорошо держался за Монаховым. Теперь Костенко второй. Эта троица оторвалась от своих соперников. Приходько Александр идет четвертый. За ним Голубок, Федоренко. Петя, уйди оттуда, пожалуйста. Жадлун, Литвиненко, Петяк. У Монахова преимущество в 3 секунды. Костенко Чу борется за вторую позицию. Четвертый Голубок. Литвиненко с последнего места уже на пятую позицию поднялся. Синяя модель у Литвиненко, бело-желтая у Голубка. Это четвертая, пятая позиции. Литвиненко, который на синей модели в предыдущем заезде пришел вторым. Лидирует бело-красная модель в левой части трассы. Это Монахов Андрей, Одесса. За ним и едет две модели, бело-синяя, розовая и оранжево-белая. Это Чум и Костенко, Киев. Это борьба, и причем достаточно плотная, за вторую позицию. Прошло 2 минуты, сервис. Литвиненко перевернулся, еще раз перевернулся. Чум перевернулся, и Костенко проходит на вторую позицию. Костенко второй, Чум третий. Голубок до сих пор четвертый, Литвиненко держится в пятом, у него на хвосте Приходько Александр из Одессы, бело-оранжевая модель с белыми колесами, небольшой кульбит и отпускает Литвиненко дальше. Итак, где у нас Монахов? Монахов тем временем уже обходит круговых. Немного сцепился с Федоренко Владимиром, но прошел его. Второй Костенко, Чуб, между ними полсекунды. Чуб, нет, еще не прошел. На стол запрыгивает оранжевая модель Костенко, бело-синяя с розовым, с розовой задней частью модели. Это Чуб. 2 минуты уже ничего. Литвиненко атакует тем временем Голубка и проходит его, 2 киевских пилота. Литвиненко на синей модели, за ним Голубок на белой в левой части трассы. 2 киевских пилота, это борьба за 4-ю позицию. Остается 1:40. Голубок выходит за пределы трассы. 10, 6. И Петяк поднимается на 5-ю позицию. Петя Голубок, борьба за 5-ю позицию. В левой части трассы опять же. Сервис, Костенко перевернулся. Чуб ушел на 2-ю позицию. Третьим у нас идет Литвиненко. Четвертым. Но он далеко от первой троицы еще. 1 минута до финиша. Монахов, Чуб, Костенко. Такая ситуация. Монахов, Чуб, 4 секунды. Чуб перевернулся. Костенко прошел Чуба. Модель. 1, 2, 3. Эти ошибки Чуба и Костенко дают шанс для Литвиненко Виктора подняться на подиум в этом заезде. 35 секунд до финиша. Голубок перевернулся. Марьян, Марьян, кто-нибудь сервис, быстрее! Сервис, сервис, Монахов перевернулся. А вот и интрига, друзья. Монахов перевернулся, его нагнали Костенко. И чуть дальше за ним Чуб.
Теперь за 10 секунд до финиша. Монахов-Костенко 1,5 секунды. И это финальный круг для лидеров. Последние повороты. Монахов-Костенко-Чуб. Чуб, близко, Костенко улетает за пределы трассы. Чуб проходит на вторую позицию. Монахов-финиш, Чуб-финиш, Костенко-финиш. Чемпионом Украины в самом престижном классе. Баги 10, манифест становится Монахов Андрей. В данном заезде вторым пришел Чук Дмитрий и третий Костенко Виталий. А Литвиненко...